Здравствуйте, предъявите документы ради свободы. О, документов нет, мы в Нью-Йорке без документов есть. А, без документов, да? Сержант Рабинович. Короче, это Слава, кореш Робика. Вот так вот, ездит на Infiniti. Опачки. Брайтон Бич ебать колотить, это вам, блядь. Не забудь, я завтра буду на другой машине уже ездить. Ненавижу брать. Это типа метро, бля, проехал? Да, это трейн. Ебануться, косотряс 15 века. Сейчас надо, чтобы мое табло увидели мои ради. В основном в Нью-Йорке метро все подземные, это только здесь. Мы сейчас слушаем репортаж очень сведомого человека. Человек говорит, что метро тут ебаное. Да, у нас... какое, а, что? Просто зрители, что? Наши зрители уже знают давно, что у нас радио матное. Не можно играть матом на радио. Это единственная радиоволна в Беларуси, которая запрещена. Но мы поливаем полным ходом. Потому что без этого жизнь была бы не такая веселая. Итак, Брайтон Бич. Тут даже можно встретить пару русских названий. International Food. Туда Робик пошел покупать хавочку. Вот там вдалеке я вижу. Все русские магазины здесь, не переживай, можно все сказать. Все на русском. Да. Хоть на английском написано, но магазины все русские, русские продукты там. Да, зашибись. Да, все по-русски говорят. Все по-русски говорят. Вот вы даже не поверите, что мы сейчас стоим в Нью-Йорке, блядь. Где мы сейчас, на Брайтон-Бич? На Брайтон-Бич, и нихуя не происходит. И спокойно себе пиздим на русском, мы можем дать пизды любому. Вот такая вот хуйня. Не, ну вообще, дамы и господа, на этом мы закончим наш короткометражный репортаж. Продолжим попозже. Вы имеете теперь представление о Брайтон-Бич, о метро, которое идет сверху, косотряс 17 века. Ну и вы познакомились со Славиком. Привет, братва.